онлайн-инфо, которые хотят выдавать больше займов клиентам и хотят найти больше источников для идентификации своих клиентов. И есть Яндекс.Деньги, которые хотят повысить оборот клиентов по кошельку и дать им больше способов пополнения кошелька онлайн. Что мы делаем? Мы создаем на сайте Яндекс.Денег специальный раздел, где рассказываем именно об инфо. А инфо дает возможность клиентам мгновенно в режиме онлайн пополнять кошелек. Между прочим, многие инфо пользуются CPA-сетями, где стоимость выданного займа доходит до 1000 рублей. А в Яндекс.Деньгах они получают этих клиентов бесплатно и, кроме того, еще получают дополнительные источники данных для идентификации клиента. Это выгодно для нас, потому что мы получаем новый функционал сервиса, и это, безусловно, выгодно инфо. Вот так это выглядит на нашей стороне, и так это выглядит на стороне партнера.